18 глава книги пророка Исаии. «Горе земле, осеняющей крыльями по ту сторону рек Ефиопских, посылающей послов по морю и в папировых суднах по водам, идите, быстрые послы, к народу крепкому и бодрому, к народу страшному от начала и до ныне, к народу рослому и все попирающему, которого землю разрезывают реки. Все вы, населяющие вселенную и живущие на земле, смотрите, когда знамя поднимется на горах и когда загремит труба, слушайте, ибо так Господь сказал мне: я спокойно смотрю из жилища моего, как светлая теплота после дождя, как облако росы во время жатвенного зноя. Ибо прежде собирания винограда, когда он отцветет, и грозд начнет созревать, он отрежет ножом ветви и отнимет, и отрубит отрасли. И оставит все хищным птицам на горах и зверям полевым, и птицы будут проводить там лето, а все звери полевые будут зимовать там. В то время будет принесен дар Господу Саваофу от народа крепкого и бодрого, от народа страшного от начала и до ныне, от народа рослого и все попирающего, которого землю разрезывают реки, к месту имени Господа Саваофа на гору Сион».